Всем привет! Вы на канале Аня Крафт. И сегодня мы будем читать комикс «Король Лев. Обман». Приятного всем просмотра. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Предатель? Позор? Кто тут предатель и кто тут опозорен? Он король, но он посылает своих подданных сражаться со мной. Не самостоятельно. Какая трусость! Принцесса тоже? Та еще штучка, говорит, что любит меня, и бросается зализывать раны отца, вместо моих типичная папина дочка. Даже моя собственная семья считает меня предателем. Я теперь действительно бродяга. Оба прайда отвергли меня, я никто. Наверное, это судьба. Всю мою жизнь я проходила обучение, а теперь застал в тупик. И кажется, Я сам только что отвергнул других львов. Теперь только я остался на своей стороне. Другого пути нет. Мне остается идти по нему. Но путь ведет вниз. Закончено? Нет. Больше я не продолжу это маленькое восстание против моей собственной судьбы. Шрам, может быть, ты мне не отец. Но ты все еще часть меня. Ха! Симба был прав. Мы одно. Кову? Вот ты где. Принцесса, однако ты вовремя. Ты будешь прекрасным свидетелем моей судьбы в действии. Кову, ты должен мне помочь. А устандеры идут к скале предков. Мой отец собрал львиц, чтобы противостоять им. Мы должны сделать что-то. О, моя мать решила пойти на завоевание без его дорогого избранного. Что ж, это нормально. Шрам не нуждается в ней. И я тоже. Что? Шрам? И ты? Кову, что ты такое говоришь? Что я такое говорю? Мы больше не нуждаемся в помощи для нашей миссии. Он и я, мы одно. Нет, Кову, этого не может быть. Шрам умер. Ты можешь выбрать другой путь. Пожалуйста, я буду заботиться о тебе. Шрам, может быть, и умер, но он живет во мне. Он принял меня как собственного сына, когда мой отец бросил меня. Но так как ты утверждаешь, что любишь меня, есть другой путь. Я предлагаю бежать со мной. Мы создадим свой собственный прайд. Убежим и никогда не вернемся. Что? Нет, Кову. Мы не можем. Наше место в нашем прайде. Тогда ты мне не нужна. Ты правда в одном, принцесса. Мое место в моем прайде. Прайде Таки. Может быть, твой отец великий король, но его правление подходит к концу. Симба, наконец-то ты мой. У тебя есть шанс, Зира. Симба, как наследник Шрама, я бросаю тебе вызов. Что? Привет, Симба. Скучал по мне? Ты! Это мой брат. Он все же вернулся к нам. Кову, я всегда знал, что ты выберешь путь Шрама. Но именно здесь твой путь закончится. Знаешь, моя сестра Витания задала очень хороший вопрос. Где же твоя наследница дочь? Киара! Кову, я клянусь духом моего отца. Если ты что-то сделал моей дочери, ты умрешь, как Шрам. Прайд, отступаем. Почему ты позволил ему уйти? Я могла бы убить Симбу. Нет, я убью Симбу. Мы убьем Симбу. Шрам и я. Без тебя. Ты на самом деле предатель. Как ты смеешь пойти против меня? Я сделаю из тебя такого, кто ты сейчас.
И мы считаем, что ты не нуждалась во мне, значит, мы не нуждаемся в тебе. Оставь ее, сестренка. Все лидеры одерживают взлет и падение. Сейчас взлечу, а я. А Симба падет. Мама, мамочка, нет, Кову, почему ты это сделал? Слушайте все, теперь я король. Аутленда. А с вашей помощью и земель Прайда. И вам будет интересно узнать, что я встретил новых друзей, которые могут нам в нашей битве в последней битве. Они встретят наших врагов уже на скале предков, как резервной отряд. Поэтому мы должны спешить. Но сюда потому, какие потери потерпел Прайд Симбы. Симбы во время первого боя наши друзья не составят проблем прикончить львиц. Наконец, мечта моего пременного отца воплотится. Привет, король Симба. Жаль, вы недолюбливаете собак. Мы посланы великим королем Кову, который обещал нам еду. И они, кстати, прибудут сюда через 5 минут.